Кубыйский народ, с вами Кленс, и сегодня мы поговорим с вами о том, что вы обо мне хотите узнать. И это Q&A, короче, ну, шаришьте, вы же знаете, разбираетесь, да? Что я сказал? Короче, сегодня я отвечу на несколько ваших интереснейших вопросов и постараюсь сделать как можно, ну, как бы, собственно говоря, объяснительнее, да? Подробнее. Да. И первый вопрос у нас от Рашида Муксинова. Как ты начал встречаться с Варпачом? Это была летняя ночь 2016 года. И тогда я пришел к нему и обнял его, потому что я не зассал. Понимаешь? Вот кадры. Олег Соломатин спрашивает, ты когда-нибудь занимался кексами, пожалуйста? Расскажи, вот. Нет, конечно, мне 23 года, я ни разу не занимался, не делал кексы в кухне никогда в жизни. Вот, все делали, а я нет, я такой вот парень вообще-то. Один вопрос офигительнее другого просто. То Хлиспер гей. Сейчас расскажу, ну что ты начинаешь-то, а? Алло? А зачем тебе знать, где я? Ты хочешь узнать, да? Ну, да, сейчас покажу тебе. Давай, пока. Позови Кирилла, пожалуйста. Ага. Пока. Это классно. Ну что, мы заходим на Magic FTV. Тут как бы еще немножечко всякие пасхальные такие штучки. Смотрите, тут мое пальтишко посерединке и справа моя снайперская винтовочка будущая. Ну и, собственно говоря, весь апрель будет двигаться, так сказать. Тут такая тема, как всякие giveaway и прочее такое дело. Так что я, так сказать, захожу сейчас вот так вот. Нажимаю на логин, замазываю свой никнейм, и мы приступаем. Ну шо, пацаны, вы хотели у меня узнать, что тут, где я вот эти скины, да, беру, так сказать, на язычах, да, ну, шарики? Ну, так сказать, да, вот да, да, вообще, да. Вообще, по-хорошему, я, конечно, могу вот так вот хлоп, пеп, пруп, пап и сделать эксченч на вот это вот пальтишко, шарите, да, на вот это, ага, пальтишко, на, ага, вот это, ага. И сделать эксченч форму. То есть, вот таким изи способом ты, собственно говоря, и дошел до пальтишка, да? Ну да, у меня понятно было много скинчиков, но сегодня мы поднимем еще одно, я надеюсь. Итак, ребят, я сегодня планирую как бы более-менее адекватные шмотки поднять, поэтому я заэксченджил вещи. Тоже хочу, чтобы... Тоже сумасшедший. Спасибо, спасибо, Олег, что ты так сильно этого хочешь. Да я шучу, ты чего? Да, да, да. Хватит. Уверен? Нет. Вот смотри, сейчас бы ты заработал, а вот сейчас КЗ. И смотри, сейчас на 1.2 своди. Хватит. Так, ты видел, на 1.19 почти. Блин, да, блин, вот плохо. 1.30, запомни. Хватит. Выводи. Изи 200 бочей, пацаны. Процент мне, пожалуйста, с этого. Конечно, вот, у меня теперь два топа, я тебе один отдам. Все спокойно. Привет, сладенький. Ты знаешь, куда ты попал? Да. Мы попали на студию к Илюхе Эксайлу, точнее, ко мне. Как вы видите, слышите этот двойной звук. Класс. Качественный контент. Я только что $200 поднял на CS... Блин, фу. Magic FTV. Шаришь? На 1.30 вводи. Хорошо. Что? Да как это работает? Ну чё за подкатки такие не долларов, братан! $1000! Слушай, это круто. С вас реально процент. С вас реально процент. Хватит. Подписывайся на канал, пожалуйста. Я не понимаю. Мы крутые, так сказать. Поставили еще тут много денег на всякие штуки. Но я сегодня уйду не с 1800, не только. Я хочу, чтобы вот это... Вот, уйди, лох. Чтобы вот это превратилось в нечто другое. Здесь есть автокэшаут. Можно, короче, вот здесь вот автокэшаут написать там на 1.5. Тогда вот здесь вот будет множитель 1.5, короче. И ого, выведется автоматически, шарите. А еще да здесь можно choose skin. Да ты-то знал. Мы как бы паши активные игроки. Да я подписчиком, я подписчиком объясняю. А, ну тогда ладно. Тогда оки-доки. Старт упграде. Не дойдет, Паш, не дойдет. Не дойдет. Не дойдет. А-а. А-а. Не-а. А-а. Дошло. Я крутой парень.
А вы пока. Я сексуален, богат и прекрасен. Подписывайся на мой канал. И я ответил на главный вопрос сегодня. Мои сладкие. Никита Максимов спрашивает, есть ли у тебя домашние животные? Ща покажу, так сказать. Там такой животный, пацаны, сейчас. Ох, подъедет, так сказать, этот. Сейчас душа в рай-то пойдет. Ой, ща все покажу. Ёпсты, ничего тут. Сейчас я вам покажу. Этот есть тут. Я думаю, что вы его все знаете. Олег. Олег. Я так хочу увидеть тебя и потрогать твою бороду. Ну ладно, мы не об этом сейчас говорим. Виталий Борисов спрашивает, есть ли у меня половой орган? Сейчас покажу, а. Ничего не ожидал, что я покажу? А я покажу тебе сейчас. Я даже чехлы покажу для моих половых органов. А вот и сам половой орган. Тебе нравятся мои штуки, которыми я хожу по полу, братишка? О, да. Арсений спрашивает у меня, сколько я зарабатываю на Ютубе. Я думаю, многие из вас хотели знать, сколько миллиардов долларов я зарабатываю, да? Сейчас я вам покажу, сколько я зарабатываю денег. Вот это вот я заработал за только что вот. Я очень богатый. Очень вот. Марк Милан спрашивает у меня, способен ли я сбрить бороду за 20 тысяч лайков. Но я уверен, что данный ролик не соберет 20 тысяч лайков, поэтому, если соберет, то я побреюсь, вот это вот все уберу отсюда. Уберу эту мошонкиные волосы с лица. Ладно, договорились. Отлично. Александр Пак спрашивает, знаешь ли ты, где Боба? А то я хотел помочь Бибе. Вы, возможно, еще не в курсе. Но я и есть Боба. Только это будет нашей тайной. Никому не говорите, никто не должен узнать. Иван Зайцев спрашивает у меня, ты что, гей? А нет, это не вопрос, это утверждение. Но это не так. Я только геи спят с мишками в обнимку, понял? Только геи вообще кончены. Я Алексею спрашивает, что, аниме, Паш? Конечно, братан. Готов с тобой посмотреть аниме. Нет, на самом деле, не смотрю, сори. Егор Барсук спрашивает, самое, когда фреш лицо покажет, как бы? Когда вот захочет, тогда и покажет. Вот, я не знаю пока что, но я видел. Он красивый, малый, я как друг говорю, я же не гей, естественно. Ну что, ребят, я надеюсь, что данный ролик вам понравился. И вы, естественно, может быть, ждете еще и следующий ролик, что для меня безумно будет хорошо. Надеюсь, что все вас устроило, так сказать. Вы устроили ответы на вопросы. Если вы хотите более серьезный Q&A, то пишите. Если вы хотите более несерьезный, как был сегодня, то тоже пишите. Надеюсь, что вам, опять же, ролик понравился. С вами были сегодня я. И также в ролике еще много кто участвовал. Ссылочки на всех есть в описании. А я сейчас пойду, так сказать, монтировать этот ролик для вас. И еще надо много чего снять. Вообще классно. Все, пацаны, одесики, амигосики, F2018.